Итак, всех вас приветствую на курсе массажа для детей до года. Этот курс я уже, скажем так, готовлю третий раз. Несколько раз мы участвовали в больших проектах. Потом у нас был отдельный курс сейчас он дополненный такой общий. Собственно, этот курс посвящен домашнему массажу. То, что вы можете делать сами дома, как вы можете помогать своему ребеночку в развитии, потому что ребенок растет каждый день, вы находитесь, находитесь рядом с ним тоже каждый день, и как вы ему можете помочь, как вы можете налаживать вот тесную взаимосвязь с ним, и, соответственно, как вы можете его чувствовать. А, остеопатический курс название потому что ну, во-первых, я много лет занимаюсь остеопатией детской и соответственно уже с точки зрения остеопатии с точки зрения вот ну, различных практик то есть и юридического массажа и китайского массажа собственно появились какие-то наработки те советы которые я даю родителям чтобы они самостоятельно делали дома Потому что по разным причинам ну, бывает нет возможности вызвать массажиста. Кто-то далеко живет, кто-то там постоянно переезжает. А у кого-то ребенок просто не выносит, когда приходят посторонние люди, его трогают. И тут, конечно, нужно, чтобы мама сама делала вот, массаж ребеночку это самое оптимальное, и при этом, когда вы трогаете своего ребеночка, осознанно, скажем, пытаясь понять, что же у него не так, то есть вы сосредотачиваетесь на этом процессе, вы всегда можете следить, что было и что стало. Вот, например, все было хорошо, а вот на этой неделе там появился тонус в ногах, или на этой неделе что-то он поднапрягся, или что-то где-то вот сменилось. То есть вы это все будете отслеживать, это, скажем так, очень важный момент наблюдения, сосредоточения на своем ребенке, узнавания его, соответственно, знаний о его теле через свои руки. Это очень интересный процесс, он очень важный в вашей жизни, потому что и вы развиваетесь, вы вместе с этим вы учитесь слушать вашего ребенка, учитесь понимать, учитесь наблюдать за ним. И, соответственно, это облегчает ваше общение, облегчает понимание вашего ребенка. И вы, конечно, становитесь ближе. Ближе, ну, во-первых, потому что, ну, понятно, вы родственники, вы живете вместе, начинаете себя любить. Но еще когда один человек понимает другого, это тоже род близости, который необходим между мамой и ребенком. Поэтому трогать своего ребенка, гладить его, это очень важно. Поэтому я вам даю правила, даю какие-то общие понятия, как это правильно делать, как делать, чтобы не навредить, что вы должны почувствовать во время массажа, то есть какие ну, приемы есть. Это, скажем так, именно те приемы, которыми вы не сможете навредить, которыми вы сможете, ну, то есть может научиться делать любой. И, соответственно, и вы будете развиваться, и ребенку будет хорошо. Вот, собственно, цель этого курса, она вот такая. Научиться понимать своего ребенка и чувствовать его своими руками. Вот, поэтому желаю вам успешного освоения этого курса. Соответственно, если будут вопросы, конечно, вы можете мне их задавать. Я всегда открыта и буду вам давать ответы.